Сдали больше, чем на пятерочку. В Ноябрьске за покушение на получение взятки осужден доцент Ноябрьского института нефти и газа. Установлено, что 30 марта педагог получил взятку в размере 55 тысяч рублей от 30 студентов за проставление в зачетках отметок о сдаче экзамена по прикладной механике без его фактического проведения. Незаконные действия доцента были пресечены городским отделом экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь по решению суда обвиняемый не только не сможет определенное время принимать экзамены и зачеты, но и выплатит государству штраф в размере 2 200 000 рублей. Мной лично поддерживалось государственное обвинение по данному уголовному делу. Мной предлагалось назначение наказания суду в виде лишения свободы с применением статьи 73, то есть условного мера наказания. Вместе с тем мной было предложено наказание также и в размере штрафа в сумме. Также 2 миллиона 200 тысяч, которое было назначено, и дополнительно также сроком на 3 года лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время приговор находится на изучении в прокуратуре города. Решение о обжаловании и согласии, и несогласии с решением еще в настоящий момент не принято.